13 июля в Венспилском парке приключений состоялся розыгрыш Кубка Олимпийского центра «Венспилс» по кабельному вейкборду. Когда-то кабельный вейкборд не был представлен. Спортсмены выполняли трюки, двигаясь за лодками. Сейчас это две разные вещи. Кабельный вейкборд объединяет большее число энтузиастов, а способ с лодками в Латвии утрачивает популярность. Тому есть разные причины – и дороговизна, и сложности при исполнении трюков. В принципе, это новая Новый вид, который сейчас в Латвии развивается и становится все популярнее. За последние годы в Латвии построено уже 11 таких объектов. Два есть в Лиепе и один у нас. Этим летом мы стараемся привлечь побольше энтузиастов вейкборда. В Риге тоже есть такие объекты, и в других местах есть, и люди их активно используют, в связи с чем, я думаю, популярность кабельного вейкборда будет только расти. В состязаниях приняли участие гонщики-профессионалы, в связи с чем борьба за места на пьедестале почета выдалась острой. Спортсменов разделяли считанные баллы. В группе ПРО представлены все лучшие спортсмены Латвии, даже можно сказать лучшие из Балтии, потому что в Балтии еще есть спортсмены из Литвы и пара эстонцев. Но в принципе латыши лучшие. И когда латыши занимают первые места, можно сказать, что они лучшие во всей Балтии. Формат соревнований отвечал международным стандартам. Главный судья соревнований имеет соответствующий сертификат. Судейство было строгим, и спортсменам пришлось хорошенько выложиться. Судьи оценивали стиль, амплитуду и сложность трюка, а также композицию, что означает, что нужно по максимуму использовать все конструкции. Трюки должны быть высокого качества при большой амплитуде и при этом сложными. Опытный вейкбордист Янис Сидерс рассказал, что начинал он с гонок за лодкой, но сейчас сконцентрировался на кабельном вейкборде. Это действительно очень интересный способ проведения свободного времени, кроме того, помогает поддерживать хорошую физическую форму. Победителем соревнований в группе профессионалов стал Давис Дранде. Лучший из венспилчан Мартин Шталберг завершил турнир на третьем месте. Юлия Костенко, Кристо Приеде, Марик Сумлен и Курзамское телевидение.